Однажды супружеская пара из Вашингтона отправилась в приют для бездомных животных, чтобы присмотреть для себя красивую кошечку и, возможно, в ближайшем будущем забрать ее к себе домой. Однако ребята даже представить себе не могли, что в этот день все пойдет не по плану, а выбирать сегодня будут не они, а их. Энди со своей невестой Джессикой оказались рядом с питомником для бездомных кошек и решили заглянуть внутрь. Однако не успела пара сделать и несколько шагов, как на девушку запрыгнул здоровенный полосатый кот, крепко прижался к посетительнице всем телом и начал громко мурлыкать. У Джессики не хватило духа, чтобы отогнать чересчур любвеобильное животное от себя, и она ответила ему взаимностью, нежно поглаживая питомца по холке. Было очевидно, что кот по кличке Клатч в этот момент выбрал для себя хозяев и никуда не собирался уходить. Пара хотела приютить беззащитное животное, но не могла сделать это прямо сейчас, так как у них дома на тот момент жила старенькая 19-летняя кошка, для которой новый лохматый сосед мог представлять серьезную угрозу из-за ее преклонного возраста. Кроме того, у пары был маленький ребенок, а по словам сотрудников приюта, Клатч очень плохо уживался с детьми. По этим причинам ребята не могли забрать Клатча к себе домой, но милый пушистик настолько растопил их сердца, что они были полны решимости найти для него новое жилище. По словам Джессики, они пытались аккуратно оторвать Клатча от себя, но он так крепко вцепился в девушку, словно от этого зависела вся его жизнь. А у девушки на глазах даже начали наворачиваться слезы. В тот день пара с болью в сердце рассталась с расстроенным животным. А вернувшись домой, они без промедления опубликовали в соцсетях несколько фотографий с Клатчем, обнимающим Джессику, с предложением приютить нежного котика. К удивлению супругов, этот пост привлек к себе внимание множества людей, которые горели желанием стать владельцами тоскующего по заботе и ласке животного. На следующий день ребята вновь переехали в приют, где им сообщили, что уже несколько человек интересовалось Клатчем. И вскоре пушистик смог наконец обрести добрых и заботливых хозяев. Энди и Джессика были безумно счастливы, ведь их маленькое доброе дело помогло одинокому питомцу найти свою любящую семью.